Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять же мой нуб аккаунт, и мы сегодня потрешуем, как обычно, подкачаем некоторых героев. Я начал качать, не докачал ледяху и решил сначала качнуть вот этого товарища. Не знаю, что-то мне Франки захотелось больше качнуть, потому что на битве гилей он нереально крутой против Ронина. Вот это единственное, наверное, из-за чего я его качаю. Возможно, еще на по локациях там потестируем потом, когда докачаем, что он может сделать против топовых пачек. Так, у нас сегодня хрустальный и, соответственно, сегодня тоже пират. Пират я вам в прошлый раз показывал, просто нереальнейший, очень обалденный, на котором реально для бездоната можно нормально вытащить плюх. Мы сейчас это все проверим и поиграем. Так, отлично, с этим разобрались. Давайте я сейчас пооткрываю все свои лишние итемы, чтобы они нам не мешали. Заодно и проверим, что там у нас по пиратику. Так, куча расходников, которых уже не знаешь, куда девать. IGG, придумайте что-то или увеличьте уже склад. Потому что все очень печально скоро будет. Пора уже делать 100 тысяч. Можно было сразу 100 тысяч сделать вместимость и не париться. Так, отлично, книжечки пошли. Вот это самое основное. По 300 книг меня вполне устраивает. Можно будет героям немножко подкачать. Правда, каких не знаю. Так. Есть, есть. Ну, вроде более-менее нормально. Места хватит. Такс, поехали. О, ничего себе. Ничего себе. Отличненько. Так, вот такой вот хрустальный. Что отсюда интересного? Ну, конечно же, кристаллики. Вот эти плюс камешки. 7000 уже дают, плюс 2800. Это просто кайф. Но сумки неинтересны. Эти тоже неинтересны. Космо неинтересен. Тут вот интересные. Вот эти сумки вот влепили какого-то фига. Лучше бы книги здесь были. Влепили ты лям кулаков. Не знаю, нафига. Так, ну, в общем, вот как-то так. Куча расходников. Сундуки тоже, в принципе, неплохо. Поехали. И вот такой вот пиратик. Этот пират нереально крутой, потому что вот на этой неделе у нас уже второй раз. Он через там 2 или 3 дня идет. Стрелок и ПБшка. Сейчас вы офигеете с того, сколько мы наловим всего. Нам надо потратить там 25к, да? Там, грубо говоря, 25, по-моему, не 35. Сейчас точно. Или 35. Немножко не туда зашел. 10 и 20, по-моему, да. 35к. В общем, до 10к можно смело. До 5. До 7. Короче, поехали. Сколько будет, столько и будет. Сейчас быстренько пооткрываем. Так, бесплаточка. Тык-тык-тык-тык. Ну, в принципе, неплохо. 3000 кгшек, я считаю, тоже нормально. Так, стрелок. Есть. Коробки. Я не знаю, хотите считайте, не считайте. Я буду сундуки именно смотреть. Потому что с сундуков самое все интересное будет. Ну, как видите, здесь чары тоже обалденно падают. ПБшка, ПБшка. Героя я тоже, в принципе, не считаю уже. 4,5 тысячи кулаков за 1200 самов. Я считаю, это отличнейший и выгодный курс. Вот посмотрите. 2 ПБшки, стрелок, 15 коробок. Сундуки, а здесь еще и третий есть, вот так вот. Отлично. Сейчас посмотрим, что мы наролим. 13,5 тысяч.
Короче, вот так вот, ребят. Обалденнейший пират. Еще один ПБшка. Это не так, что у нас за все попытки там... Ой, смотрите, выбили уже и рунку. И потратили мы, по сути, 10к. Но посмотрите, сколько расходников уже. Сейчас посмотрим на второй заход. О, ничего себе. Восьмую даже эмблемку вытащили одну. Отлично. Вот это пиратище. Тот пират, которого действительно стоит играть. Еще одна эмблема, офигеть. Еще одна эмблема. Третья эмблема, ребят. Героев сразу мы выбиваем. Посмотрите, ПБшки 6 штук. Сразу на эволюцию, там даже второго можно сразу же качать. Мы только половину потратили от того, что надо. А расходников еще одна эмблема. Обалдеть. Короче, 4 эмблемки можем уже открыть. Ну, чисто так, знаете, ради интереса посмотреть. Вот хотя бы приблизительно, у меня то их много. Я их не открываю, они мне пока без надобности. Просто посмотрим ради интереса, что там с этих 4 плюс-минус можно вытащить для бездоната, там, грубо говоря, за 30к, да? Я офигею, сколько всего. В прошлый раз был у нас Бигфут. Бигфутов дофигища. Вот это радует, то, что они меняют эту акцию. Для доната и для бездоната это просто топовая акция на трату. Раньше это был, мы сколько кто играет с самого начала. Молотки бога грома, там они появились, я там лям кулаков нафармил, это было просто вау, жесть. Сейчас смотришь на это все, это просто пипец. До копейки. Так, давайте еще. Так, в принципе, мы потратили, сколько у нас было, 42, 35, ну давайте еще разок. Вот так вот. Итого. Ради интереса идем посмотрим на это все. Пооткрываем. Так, 4 я что-то не видел, 4, по-моему. Вот давайте 4 эмблемки сразу же откроем. Раскол обалденно. Исцеление для тыковки, для бездоната обалденно. Грубая сила офигенно. И еще один раскол для архидемона. Ну, как по мне, это реально кайф. Сундуки, ребят. 18, 4, 20. Исцеление. Обалденнейший талантик для тыковки. Тыковка становится топовой. Железка обалденно для подземок и для прокачки. Кристаллики плюс карты смены, посмотрите, 70 штук, плюс еще 9 там этих получили, это такое, поехали дальше. 5 коробок, книжечки, супер, ну а вот тут вот просто кайф, 20 сундуков топовых, посмотрите сейчас, 500 книг, 25 смен, опять же 3 рунки, то есть 5 мы наполовину героя получили, ну вот скажите, и плюс еще расходники, что может быть лучше? Как по мне, это реально кайф. Ну, тут КГшки. Столько, я не знаю, сколько у меня там было. Ну, и эти кулаки я тоже не считал уже. Ну, и плюс герои. Короче, вот так вот, ребят. Вот это называется топовый сервер. Как и для доната, так и для бездоната. Потому что бездонаты здесь тоже обалденно прокачиваются. Офигеть. Ну что, поехали, заберем еще хрустальный. Что я могу вам сказать? Вот почему я перебрался на этот сервер. Потому что здесь я могу вам показать больше контента, а я могу вам показать больше возможностей героев. На русском сервере мы бы сидели, знаете, и так, и вечно ныли. Жевали сопли, что вот, посмотрите там туда, посмотрите туда. Они обычно этого не слышат. Разрабам, честно говоря, насрать, походу, было. То, что многие уходят. Ну, в принципе, и так, по большой степени.
на многих серверах уходят, потому что игра развивается чисто в донатном плане, но она развивается, она не стоит на месте. Но это печально в одной части, потому что народ уходит, и нас намного меньше. С другой стороны, люди некоторые как играли, так играют. Донаты, без доната, некоторые без доната играют и говорят, мне наоборот хорошо, мне еще больше плюх дают. Вот поэтому это лично выбор каждого. Конкурсы идут, ссылочки в описании. Конкурс еженеделька, конкурс по поводу аккаунта десяточки. Не забывайте. Потом попозже запишу вам видосик обновленный, что надо делать, потому что многие приходят до сих пор не знают. Чтобы вы приблизительно знали, что, где, как, когда, потому что многие просыпаются в последний момент. Блин, обалдеть, сколько расходников. Все в сундук не влезет. Так, отлично. Поехали. Смотрим. Ну, космо, я не знаю, сколько у меня там уже осколков. На космо. Бум, забрали. Ну, вот такие вот плюшки, я вам их показывал уже. Давайте еще заберем последний. Все, отлично. Разобрались мы с сегодняшними акциями этими. Давайте. Кстати, давайте посмотрим, сколько у меня. Уже три штуки есть, плюс одного мы еще так достали. Так, Фрэнки. Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки. А, уже у нас что-то на почте, походу, кристаллы. Надо начинать качать обычных героев. Ну, перекачивать рунинов. Качивать обычных. Возможно, гарнизон взять по приколу, поставить еще. Посмотреть, как будет с гарнизоном. Потом обратно повкачивать. Ну, это сила опыта, не хочется особо силу скидывать уже. Я и смысла от того гарнизона не вижу, но некоторых героев... Думаю, можно будет вернуть опять, потрешивать. Посмотрите, сколько расходников надо для того, чтобы качать нормально героя. Просто жесть. Если его через пропуска качать, это просто Unreal, ребят. Запаришься, честно говоря, качать. Так, ну что, у нас 28 почти. Так, отлично. Что у нас тут? А, это еще пришли до награды. Что у нас по акциям? Clashers Day. Tower Gifts. Мы, по-моему, позабирали. Treasure Chest сейчас зайдем, посмотрим, что там интересного есть. Так, это мы забрали. Императорская кузница, это нам не интересно. Smash and Win. Даже чест. Ну, в общем, акции эти. Тут ничего такого интересного обычно нет. Асура, скелетика, ты какая? Санта Бум. Сюда они не добавляют имбовых героев, они их так продают. И это, в принципе, с одной стороны, правильно. Что ты уже знаешь, что ты покупаешь, и 100%. Поэтому, если вы играете, лучше ждите акций, особенно шопинг спри, скидки какие-то. 100% забирайте героя, не рольте. Смысла роллинга уже в игре нет. И чисто так, когда новый герой, отрешивать или много недостающих. А так, в основном, оно того не стоит. Так, отлично. Мы собрали Фиппин.
Покер матчер, Smash and Win. Ну, давайте еще сюда забежим. Тоже интересная акция. В общем, вот такой вот, ребятушки, трэш. 4 яйца, ничего себе. Призрачный малышник. Дед Дрейк и Трикси. Ну, в общем, вот такое вот. Натащили. Все, пишите комменты, ставьте лайки, репостики, все дела, все как всегда. Что тут у меня опять добавились? Опять добавились эти ненужные вещи. 102 сундука, отлично. Давайте это хлопнем. Чик. Смотрите, как удачно восьмерки упали. Все, всем удачи, всем пока.